парад победителей и призеров. Именно так можно назвать церемонию награждения участников открытого первенства Московской области по хоккею. В минувшем спортивном сезоне 7 команд отделения хоккея спортивной школы Одинцова стали победителями престижного соревнования. Это небывалый успех. У нас из 7 команд, которые участвовали в чемпионате, в зачетном, 5 команд стали призерами чемпионата. Это первый раз. Никогда такого не было. В том году у нас были уже, по-моему, 3 команды призерами, в этом году 5. И самое главное, мы получили повышение в классе. Мы из группы Б вышли в группу А. То есть на следующий год мы будем играть в сильном дивизионе, в элитном Московской области. И, безусловно, это дополнительный вызов для ребят. С окончанием сезона ребят поздравляет руководство района и школы. У каждого возраста свой результат. Игроки «Армады» 2003 года рождения стали третьими в областном кубке. Бронзу открытого первенства Московской области завоевали ребята 2005, 2006 и 2001 годов рождения. Мы выложились на полную, мы сделали все, что могли, мы делали то, что умеем лучше всего. Тем более на предсезонной подготовке мы очень много работали для того, чтобы занять эти места. И в новом сезоне, точнее уже в юниорской лиге, мы, думаю, займем уже больше, чем третье место. Мы рассчитываем на победу. Мы боролись, пытались выиграть первое место, но как получилось последнее, да. Проиграли последние игры, и получилось то, что третье место. Отдельная благодарность родителям. Без их участия в жизни спортивной школы не было бы и результата. В этом году хоккеисты совершили немало выездных матчей. Играли дома, усиленно тренировались и старались выложиться на все 100. Я воспитанник Одинцовской школы. Приятно то, что у ребят растет уровень, то, что они попали в первую группу. Это хорошо, то, что идет развитие. Приятно смотреть, как дети радуются наградам. С директорами мы всегда общаемся, стараемся находить общий язык. В целом, я считаю, что для Одинцова очень удачный сезон получился. Серебряные награды открытого первенства по хоккею Московской области достались «Армаде» 2002 и 2007 годов рождения. А победителями соревнований стали команды Дмитрия Коломийца и Андрея Мясникова. Награды также получили спортсмены, ставшие лучшими в своих амплуа – вратари, бомбардиры и нападающие. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».